вселенной, в надежде дух свой обрести. В горах и храме сокровенном взываем к Богу: помоги! У каждого своя дорога и путеводная звезда, а мы их ищем год за годом. Но где ж блаженные места? Сибирь, забытая богами, отложенная, будто впрок, мороз любовью согревая, хранит могучий свой народ. А он красивый, многозвучный, душой богаче всех и вся, где от Байкала до Алтая звучат природы голоса. Саян-Алтайские вершины, душа и сердце всей земли, Байкала, чистой глубины, великолепие бирюзы. Здесь мы находим вдохновение, здесь нам поется хорошо, и яркое звезды свечение зовет в Саянское кольцо. Объединились все народы, и песни единую поют. Душевные ручьи свободы по всей планете протекут. И сделаем мы шаг к природе, к рождению духа своего. Аббас поможет нам в дороге открыть священное кольцо. Мы приветствуем участников первого международного фестиваля этнических культур Саяна-Алтая «Саянское кольцо». Собрал на Шушенской земле более 700 человек из 8 регионов. Встречайте! Республика Хакасия! Республика Алтай! Алтайский край! Республика Бурятия! Иркутская область! Кемеровская область. Республика Тыва. Саянское кольцо. Название фестиваля очень символично. Ведь здесь собрались единомышленники, объединенные одной идеей – возрождением духовности своего народа. Поздравляю вас с таким большим и красивым праздником. Желаю участникам победы. Желаю вам интересных открытий. Желаю фестивалю счастливой дороги и удачи. С праздником вас еще раз. Здравствуйте, уважаемые друзья, уважаемые гости и участники фестиваля. Я здесь, конечно, больше как генеральный директор телекомпании «Афонтово». В этом качестве я вас и приветствую в первую очередь. Наша телекомпания одной из первых поддержала идею этого фестиваля. Замечательное мероприятие, которое вот сегодня вылилось в такой большой праздник. Я поздравляю вас с тем, что наш фестиваль сегодня первый, но наверняка будут еще и второй, и третий, и много еще впереди, но все они начались в Шушенском. Шушенская земля добрая плодотворная. И поэтому я верю, что в фестивале будет хорошая и интересная история. И еще в это верят много моих коллег, потому что сегодня освещать этот фестиваль приехали журналисты из фактически всех территорий, которые прислали сюда участники. Поэтому количество тележурналистов, газетчиков, просто всех вот нашего племени и СМИ сегодня большое, поэтому я думаю, что интерес к фестивалю хороший. Поверьте, журналисты всегда чувствуют, где нужно быть, чтобы, и где будут серьезные перспективы. С праздником вас! Спасибо! Есть среди местных жителей легенда. Пришел один человек сюда и девица. Ни одной змеи нет в этих местах. Спрашивает он старца об этом, а мудрец ему и отвечает: а потому нет на земле Шушенской змей, что ангел своим крылом очертил круг
И не могут гады это кольцо переползти. И сияет теперь святое место, разливая покой и любовь. Вот эту любовь мы дарим сегодня вам, с хлебом солью встречая вас на фестивале «Саянское кольцо». Уважаемые участники фестиваля, дорогие гости, друзья, шушинцы приветствуют вас. Фестиваль не разовая акция, за ним большое будущее, поскольку у всех присутствует сегодня одна большая цель – способствовать сохранению и развитию национальной культуры. Первый международный фестиваль этнических культур Саяна-Алтая проходит в историческом месте Шушинское. Это центр туристических маршрутов Саянского кольца. Большое спасибо спонсорам и шушинцам за помощь в подготовке фестиваля. Надеюсь, что фестиваль поможет сибирским коллективам заявить о себе не только здесь у нас, но и на краевом, на российском и даже на международном уровне. Добрый путь, фестиваль! Право поднять флаг фестиваля предоставляется Владимиру Федоровичу Граубергеру, главе Шушинского района, и председателю правления Фонда «Культурное наследие Сибири», главному инициатору и организатору фестиваля «Саянское кольцо» Андрею Катаеву. «Саянское кольцо» открыт! Добрый вечер, дорогие шушинцы, добрый вечер, дорогие сибиряки. Спасибо, что пригласили нас сюда, а мы на самом деле из самых разных стран приехали, и все полны ожиданий. Вы живете в прекрасном крае, в каком-то смысле вам очень повезло, а может быть, во многих смыслах вам очень повезло. И я очень надеюсь, что вот этот праздник, Саянское кольцо, станет одним из многих ваших прекрасных праздников. А может быть, даже и самым лучшим. Так что желаю, чтобы фестиваль жил, чтобы вы все себя прекрасно тут чувствовали и на этом поле, и за пределами этого поля. Отличной всем музыки, прекрасного фестиваля, замечательного живого праздника вам. Здравствуйте, дорогие шушинцы, здравствуйте, гости фестиваля, друзья. Я хочу поздравить вас всех с открытием этого праздника, этого фестиваля. Я думаю, что у нас есть большое будущее, потому что мы имеем большое сокровище. Это те народы, которые живут друг рядом с другом. И мы сами не знаем, насколько мы уникальны. Так давайте покажем всему миру, какие мы красивые, многозвучные. И
На самом деле Сибирь не такая страшная, как ее малюют. Она уникальная, неизвестная. Но ей можно восхищаться и восхищаться. Да поможет нам Бог. И пусть каждый человек сегодня, завтра и послезавтра унесет с этого праздника какое-то свое чувство, какое-то, пусть скажет, сделать свое открытие. Добрый путь. Счастья вам. Спасибо. Сегодня с вами группа «Иван Купала».